Мы 20 лет уже находимся вот в этих вот снегах. 20 лет мы работали. Но весной 2013-го стихия сыграла с Еленой Александровной злую шутку. Ветра и снегопады полностью отрезали ее ферму от полей, заготовленным на зиму сеном. Пока хозяйка искала помощь, коровы, свиньи и лошади 2 дня жили впроголодь, а несколько телят даже погибли. Но подмога все-таки пришла. Доставить сено взялись сотрудники областного агентства по защите населения и территории Кемеровской области. Еще чуть-чуть. По глубокому снегу не могли пройти лошади и трактор, но спасательные снегоходы преодолели преграду с легкостью. Первые, вызволенные из снежного плена скирды, обитатели фермы встретили прямо-таки с поросячьим восторгом. За 2 дня работы спасатели отогнали от фермы призрак голодной смерти. Но хозяйка твердо намерена решить эту проблему раз и навсегда, чтобы ее питомцы больше не оказывались заложниками стихии. Думаю, что надо вот ехать сейчас в голове Яшкинского района. Может быть, он как-то нам немножко поможет добить эту дорогу. Вот тайги помогали, вот 6 километров пробились тайги. Ну, может, думаю, добьют как-то нам дорогу, помогут, потому что скот все-таки жалко. Возможно, Елене Александровне удастся добиться поддержки у районной администрации. В противном случае придется вывозить все сено осенью и складировать поблизости от фермы. Как бы то ни было, до следующей зимы голод ее подопечным больше не угрожает. Аркадий Кемеев, новости моего города.